Всем-всем большой привет, зрители нашего канала. Большой-большой привет. А сегодня у нас выходной, суббота. Мы с Юрой отправляемся в Москву. Сегодня у нас встреча с нашими друзьями. Мы идем на мюзикл «Под дождем» называется. Ребята уже 2 недели назад взяли билеты. Вот. Но и перед тем, как поехать, мы сейчас встретимся с нашей зрительницей на метро «Комсомольская». Она хочет с нами увидеться и говорит, что у нее для нас есть сюрприз. Вот Юра идет, он немножко отстал от меня. Вон он. Привет, Юра. Поздоровайся с нашими зрителями. Привет, куда мы едем? Мы едем сейчас, встретимся с нашей зрительницей на метро «Комсомольская». Ну да. Да, посмотрим, да. Что она там нам приготовила. Да, кстати, Юру сейчас покажу его в новой кофте. Ладно, не скромничай. Ну ладно, эта кофта нам прислали. То есть она тебе очень идет, красиво. Видите, Юра такой нарядный. Ладно, у нас сейчас третий путь. Мы едем на «Ласточке». Билет на «Ласточке» до Москвы стоит 295 рублей. Можно по карте «Тройка», можно на «Комфорт» со всеми остановками. Но мы выбрали... Что-то дорого. Ну, 295, да. Мы вот на «Ласточке», потому что мы уже немножко опаздываем. 15.42, Юра, третий. 42? Да, третий путь. Пойдем? Экспресс Москва, смотри, 15.42. Я, как всегда, все перепутала. Называется «Ничего не бойся, я с тобой» мюзикл. А я сказала «Под дождем». Откуда у меня это взялось «Под дождем»? Ладно, сейчас быстренько доедем. Кстати, уже созвонился Юра с девушкой. Она нас ждет на метро «Комсомольская». На почте 3 вокзалов. Так, ну смотрите, сколько народу. Вообще, в любое время года, выходные, не выходные. Я вчера тоже видела Москву. Народа, стоя. Вчера стоя ехала в «Ласточке» без винограда. Так, все, мы приехали. Сейчас нам надо встретиться с нашей зрительницей. Ну что? Ну что? Получил подарок. Приятно. Подарок, вообще любой подарок приятен. Ну, а ты, мне кажется, подарок, да, ты а в шоке, да? Подарок вдвойне, конечно. Ну что, мы дома тогда покажем, да? Ну, можно показать чуть-чуть. Чуть-чуть. Тут у нас полотенце. Полотенце получили в подарок. Вот тарелочка такая. Да. Велерой. Маленькая. И еще что-то, но это дома, да, покажем? Ну вот, я покажу. Представляете, все. Ты счастлив, да, Юра? Да. Чайник, чайник Велерой. Алдун, наша любимая коллекция. Да, что так. Ну ладно, мы зрительницу не стали снимать, потому что она отказалась. Попросила, да. Говорит, не надо вообще. Ну так что-то у нас быстро получилось, да? Ну, да. Хотели кофе, предложили пойти попить. Ну и она говорит, нет, нет, в общем, как-то так по-скромному, по-быстрому. Ну, спасибо большое. Контакты остались, и в целом, конечно, что-то... Что-то я тоже... Ну, в общем, могу сказать, что зовут девушку Вера. Вот, все, что я могу сказать. Ладно, а мы пошли теперь... А мы теперь поедем в метро «Фрунзенская», мы поедем в театр. Как он называется? Молодежный театр? Как он правильно говорит? Подожди. Молодежный театр? В общем, куда-то туда. Я вспомнила, Московский театр молодежи, вот как он называется. Туда сейчас Залина приедет с Виталием, Оля. В общем, встретится наша компания. Обсудим как раз-таки поездку в Таиланд. А мы сейчас мы идем в метро «Комсомольская» и поедем по прямой до Фрунзенской. Ну, пошли. Ну, можно там, можно здесь. Пойдем, пойдем. Так что вот, поехали. Кто у нас соскучился? Метро «Комсомольская». Так, Юр, нам на красную, пошли туда. Какие быстрые, шикарные, да? Это у нас метро «Фрунзенская». Сейчас посмотрим, на какую сторону нам выходить. О, Московский дворец молодежи. Выход один, все. Мы уже на месте почти. Какой высокий подъем. Я Юре говорю, Юра, береги руку. Сейчас переложим, у нас есть пакетик. Пальцы, наверное, уже. Юра, сейчас рука онемеет, говорит, так крепко держу, говорит.
зиснула я прямо. Мы приехали немножко пораньше. А вот, наверное, да, Юр, сразу же? Как... Да, да. А, так вообще удобная локация нам, а близко. А и афиша вон. Ничего не бойся, я с тобой. Ага, ну все, надо ребятам тогда позвонить, чтобы они скинули нам электронные билеты. Да мы зайдем тогда, да, и там будем сидеть. Может, мы куда-то сходим? В Муму? Не знаю. Вот, я с тобой. Ну вот, да-да-да. Смотри, как удобно, сразу же. Так, ну ладно, сейчас давай позвоню вон кассы, все нормально. Премьера. Вот на эту премьеру мы идем. Так, потихонечку начали запускать. Наши еще ребята не подъехали. Мы решили с Юрой пока туда не заходить, а пойти в Муму. Короче, Юра хочет коктейль попить, а я бы чай попила. Ну, пойдем посмотрим, что там есть. В общем, там такая очередь, не хочется стоять. За чаем подождем ребят. Вот тебе Юра решил как следует рассмотреть. Мы даже ж не успели как следует рассмотреть. Смотри, смотри, глаза. Глаза горят, да? Пока я посмотри на меня. Дай посмотреть. Ну вот любит Юра такие вещи. Ну что, красивая. Спасибо человеку. Довольный, смотрите. Зачем нам театр? Все уже, поехали назад. Ты там сейчас полотенце будешь доставать? Ну, доставай, что у нас время есть еще. Вагон. Вот, смотри, желтый. А, это как масленку. Можно использовать как масленку. Ну, нет, конечно, это просто я шучу. Вот она. Это за что, Юра, такой подарок? Просто так? Не знаю. Вообще, представляешь? Ты начинаешь домыслить. Неужели ты думаешь, что я изменил тебя? В смысле изменил? Когда ты была в этом... Ой, я вообще об этом даже не думала. Ну, а что тогда говорить? А что? Все, красиво. Подожди, дай я людям покажу получше. В общем, шикарный. Красивый. Ух ты, смотри, какая красивая люстра. Я здесь ни разу не была. Юра, ты был? Сейчас мы разденемся. Расскажем вам атмосферу театральную. Темновато только немножко. Толя говорит, желаете забронировать на антракт бесплатно? Я даже не знаю. Ну все, раздеваемся. Ну что, сейчас идем. О, День влюбленных мюзикл. Будет, наверное. Так, идем в зал. Так. Видите, уже. А места какие? Там все выглядит. Все видно хорошо. Так, антракт. У нас сейчас все очень душно в зале. Там все... Ничего. Юра, видишь? Юре нравится, поет, поет. Сыроварню, посидеть немножко с девчатами, с ребятами. Вот. Вот такой у нас круглый стол. Где здесь много? Хорошо, у нас Виталий побеспокоился. А, давай, я не против. Пиццу, давай пиццу. Мясная, вот, моцарелла, томаты, ветчина, грудинка, спианата. Ты что, наливает нам сок? Сок такой, да? Да, сачок.
Здесь, значит, если вы пришли из театра, 10% скидочку нам всем сделают. Куда выдавили из вишенки там? Пол стаканчика тебе. А кто еще, Валя, ты брала, да? Я. Ага, спасибо. Ну-ка, Юра. Коньячку за встречу с друзьями. Так что там? Слышь, мы с соками. Давайте, соками. Ну, соками, давайте. За встречу, давайте. За встречу, давайте. Ура! Наконец-то. Прекрасен наш союз. Как здорово, что здесь мы сегодня собрались. Да. Или как там пели песню-то? Ничего не бойся, я с тобой. Нам принесли, а еще третья должна, да, быть? Да. Пицца с форелью. А это пицца с чем? С сыром? С грушей. С грушей, так. И еще будет третья сейчас. Ну что, 10:00 вечера. И мы будем употреблять пиццу. Почему бы и нет? В хорошей компании. Пепперони, это тоже красота какая. Посмотрите, очень важно. С чем ты говоришь? С грушей? С грушей? Залин, с грушей? С чем еще? Горгонзола. Надо запомнить. Сладенькая такая, вкусненькая. Наелись пиццы. Выходим потихонечку. Выходим. Залиночка собирается. Юра говорит, ну что, пошли. Он говорит, сними эти фигурки сверху. В общем, как мы сходили на мюзикл? Мы, конечно, непривычны к мюзиклу, но, в принципе, было хорошо. Самое главное, нас больше как бы оживило то, что мы встретились с нашей компанией, давно не виделись, вот, и совместили полезное с приятным. Ну, по крайней мере, мы решили, куда поедем, вот в смысле. Да. Обсуждали, долго думали. Долго обсуждали. Смешивали там. И решили, что... Что едем, ну, в Таиланд. Что едем в Таиланд и что едем в Иван. Так же, как и ездили. Да не, насчет Ивана нет. Это нет? Юра больше. Смотрите, он так хочет в Иван поехать. Иван – это наш отель. Иван Роял Круиз. Ну, не знаю. Ну, смотрите, уже елки. Так, мы сейчас с вами идем в метро. Так, мы идем в метро. Самое главное – довести хорошо до дому подарки. Отлично пообщались с ребятами. Довольны. Пицца вкусная была, и одна, и вторая, и третья. В общем, завтра я с утра, Юра поедет по делам, а Оксана поедет в бассейн. Пешком пойду. Ну что, будем заканчивать, да? Ну, вот. Довольны с подарками, встреча с друзьями. В общем, все прошло на высшем уровне. А сейчас... И едем домой, у нас прямая до метро Комсомольская, а там на электричке, если повезет, Ласточка, 30 минут и дома. Все, пока-пока, мои дорогие. Пока-пока.